В Магаданской городской думе провели традиционный бал чемпионов 2021. Это уже пятая торжественная церемония награждения депутатским корпусом тренеров областного центра, спортсменов и их родителей. Матвей Кононов, воспитанник отделения Северного многоборья, занимается этим видом спорта уже на протяжении 4 лет. Так что же побудило Матвея заняться этим редким видом спорта? Как рассказал молодой человек вечернему Магадану, Северное многоборье важно и актуально, поскольку существует оно только в России. Это достояние страны, отмечает Матвей. Еще в детском саду я хорошо бегал, прыгал, показывал довольно большие результаты, но в физкультуре. И решил заняться данным видом спорта. Собираюсь получить мастера спорта. Ну а дальше, как сложится жизнь. В 2020 году, в октябре, я летал на первенство России и занял там первое место в тройном национальном прыжке. В этот день чествовали тех людей, которые внесли большой вклад в развитие спорта не только в Магадане, но и в стране. Наградили 9 спортсменов и их родителей. Депутаты выразили благодарность мамам и папам за воспитание таких талантливых детей. Кроме того, награду получили 9 тренеров спортивных школ. Председатель Магаданской городской думы поблагодарил собравшихся за их труд. Огромное спасибо вам, огромное спасибо тренерам, огромное спасибо родителям, потому что это очень серьезная работа — направить в нужный момент, когда ребенок сталкивается с трудностями, направить его, заставить, наверное, грубо звучит, мотивировать его заниматься выбранным видом спорта и достичь логичных каких-то результатов. Поэтому, конечно, этот успех – это ваш совместный успех. Как отмечают организаторы встречи, спорт был всегда важен и особенно нужен сейчас, когда эпидобстановка по-прежнему нестабильна. Именно благодаря этому виду деятельности закаляется не только тело, но и дух. Быть здоровым и спортивным модно, утверждают специалисты. На сегодняшний день, то есть развитие спорта, то есть популяризация спортивного и здорового образа жизни. Поэтому мы сегодня те спортсмены и атлеты, которые добиваются больших результатов, неважно больших, малых, или даже люди, которые занимаются спортом, это уже хорошо. То есть, когда чем больше мы занимаемся спортом, тем меньше мы занимаемся другими глупостями. Также с событием виновников торжества поздравили вокальными инструментальными номерами.